Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Нолиплей, центральный округ. Меню здесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Ну что ж, чуваки, сегодня мы будем покупать новый мой домик на Рублевке. Так, он сейчас мне предложит за 7 миллионов. Ну, в принципе, 7 миллионов это довольно-таки, я думаю, нормальная цена. Поэтому сейчас, я думаю, мы его купим, этот домик. Потом нужно будет перевести все свои машины сюда. Сейчас он должен мне предложить за 7 миллионов. У меня 9 миллионов, то есть у меня 2 миллиона еще останется. Сейчас пацанов еще заселю, наверное, чтобы они тоже здесь жили, не тужили, так сказать. Так, давайте я подойду сюда поближе, чтобы он мне предложил. Короче, так эту систему, что, типа, если у тебя 1-0, то она не работает. Короче, чуваки, я уже перезашел, заспавнился и бегу арендовать машину, потому что мои все тачки остались возле моего предыдущего дома. Нужно будет их всех перепарковать, как бы. Поэтому сейчас я беру, арендую машину. Думаю, этот Логан арендуем, блядь. Сейчас аренда 1050, да, стоит? 40 тысяч аренда стоит. Блядь, ну выбора нет, короче, давайте. Заводим двигатель и едем, получается, в Бусаево. Именно там будет находиться мой новый дом, который я куплю за 7 миллионов. У меня там был дом уже, пацаны, раза 2 или 3. Не, по-моему, 2 раза у меня там был дом, поэтому мне там, в принципе, нравится. Я там как-то жил, но потом я продал свой дом и купил дом рыбака. Теперь я обратно продал дом рыбака и куплю там дом. Все, я, короче, приехал к ним наконец-то на своей бричке, блядь, за 40 тысяч, которую я арендовал. Все, делаем тайм. Все, отлично. Так, вот, я, короче, купил этот дом. Давайте посмотрим хоус. Открыть дом, меню дома. Улучшение дома. Продать дом игроку, налоги. Налоги 200 рублей всего лишь, нормально. Так, может пацану подселить? Так, подселить игрока. Давайте подселим 347 и подселим еще Вову. Ну что ж, продолжаем снимать. Я уже на следующий день, получается, это суббота. Вечер субботы я снимаю, точнее, продолжаю снимать эту серию. Все, я тачки все перевез. Большое спасибо Вове и Владу. И важные пацаны, очень важная новость для тех, кто играет на родине. Вот, пишем фан-меню и смотрим информацию. Короче, теперь, получается, Вова Путбули и Влад Путбули — это заместители. И теперь они будут вас принимать. Поэтому можете с ними связываться, их находить на сервере, и они вас будут принимать. Я им как бы доверяю, поэтому, пацаны, кто хочет к нам семью, то обязательно пишите им, и они вас примут. Также произошло очень много, пацаны, всего за один день просто. За вчерашний день произошло много чего, поэтому ждите много серий, но чтобы они выходили быстрее, и я не был ленивой жопой, то ставьте обязательно лайки. Если я буду у вас видеть активность, то я буду каждый день выпускать серии по родине. Идеи есть, много чего изменилось, кое-что приобрел, даже не одну вещь, поэтому можете смело ставить лайки и ждать новых серий. Итак, машин я, если что, перевез. Вот это все мои тачки. Это BMW, Audi, которую, я думаю, продавать уже нужно. Bugatti, Tesla. А эта машина, по-моему, получается Вова или Влада. Ну, короче, это Влада, это Вовы. Либо наоборот, я не запомнил просто. Это их машины. Так, давайте я выйду, вообще покажу, что у нас есть в доме. Ну, в моем доме я их тебе заселил. Пока что я не могу селить больше людей, потому что интерьер нужно улучшать. Как только я накоплю бабки, я бы мог его уже сейчас улучшить, но я останусь без денег, поэтому пока что я этого делать не буду. Вот здесь я поставил вертолет, короче. И если что, я живу теперь на Рублевке в Бусаево. Получается, вот въезд, первый дом, второй и третий, получается, вот мой. Если что, можете приходить ко мне в гости, я вроде бы как дом не закрывал. Интерьер здесь довольно-таки стоит дешевый, по-моему, за 500 тысяч. Давайте даже посмотрим. Пишем команду house и выбираем улучшение. Где-то здесь должно быть, да, вот. Ремонт. Я на самом деле хочу себе поставить интерьер, сейчас покажу какой. Так, у нас интерьер, по-моему, именно вот этот у нас интерьер. А я хочу поставить на интерьер другой. Либо этот интерьер у нас, стоп, нет. А, да, у нас вот этот интерьер. Можно поставить вот этот интерьер за 500 тысяч. Но я хочу поставить вот этот интерьер за лям 500. Либо уже поставить это за 2 ляма. Ну, хотя это за 2 ляма не очень. Мне вот этот больше нравится. Поэтому, пацаны, будем копить. Если что, куплю интерьер и буду еще заселять подписчиков. Ну, а так, больше здесь, по сути, ничего нету. Обычный домик на Рублевке. Плазма там и так далее, но это все можно будет улучшать, если что. Ну, главное это, чтобы деньги были. Ну, а так, можете к нам в семью вступать, повторюсь, так, фан-меню. Правда, не цвет поменяли, ну ладно, управление семьей. Так, изменить цвет. Я хочу цвет 18. Я сделал цвет 18, и мне он больше нравится, потому что фиолетовый как-то не очень смотрится. Короче, пацаны, на этом я буду заканчивать. Ждите новых серий, ставьте на лайки, подписывайтесь на канал. Вот такой вот домик себе приобрел. Всем пока-пока.